просто какая-то бесконечность сказочного мира с его гармонией, красотой. Да просто источение света, любви, радости. Вот я постарался ничего себе не представлять никуда, ни к чему не обращаться из каких-то прошлых знаний. А вот как на берегу моря впитать, услышать, постараться почувствовать, какой он, сказочный мир. Это же сказание о нем. И впечатления самые яркие. С каждым следующим фрагментом вот это погружение. Знаете, в какой-то момент даже возникло ощущение, что я гость этого мира, и меня, взявши за руку, ведут по нему и знакомят. Ни одного слова не говоря, а вот так напрямую в сердце льют знание о том, какой он. Это так интересно. Просто завораживает. И он просто удивительный, он бездонный, он великолепный. И знаете, вот в конце такое яркое родилось понимание, открытие, что он для того и существует, этот сказочный мир, чтобы наполнять, освещать, просвещать, вдохновлять.